Привет, привет, Краснодар! Здравствуйте, здравствуйте, мои звезды, звездища, разведеночки мои. Для вас, все мои. Почему не приглашаете? Этот недоделанный тарзан, лохматый, говорит мне, знаете что? Я вас не слушаю, вы мне не авторитет, а? Интересно, что он тогда вообще слушает, а? Это я. Не-не-не-ту-ни-ку-ня. Пи-ра-ра-ца-ра-ку-я. Такуя-такуя. Да и вообще там в целом сброд у вас один. Один сброд. Кого вы понаприводили? Он преподобный. Позовите раввина, в конце концов. Давайте все конфессии соберем. Лучшая жопа, лучший дуэт. Какой год? Вы жоп не видели? Пластилин, цветная бумага. Угу. А лучше такое, знаете, сделайте целую труппу такую. Канцелярские товары. Школьные товары. А там и пластилин, и цветная. И как двинули, блин. Пресняков, блин. Владимир Пресняков. Кто тебя слушает, Пресняков? Ты даже не Владимир. Владимира никто не слушает уже давно. А ты еще мне рассказываешь. Вот это вот Лолита. Набокова такая, вся из себя. Кто ее знает вообще, где она? Последний раз приглашали в Минводы. И то никто не пришел. Даже неустойку не заплатили. У вас, посмотрите, люди с телевидения. Этот ходит. Человек человеком. По телевизору какие-то новости говорит, а тут придет, вырядится вечно, как клоун. Да оденься-то нормально, ты же с телевидения. Как тебя там этот, Трезубец, Трегубов. О, Трегубов, про него говорю. А этот у вас там кустурица недоделанный, все он бегает везде, снимает там, знаешь. Ты научись камеру держать, не трясти. Какой клип не смотришь, блин? Та-ра-ра, та-та-ра. Или как вы там, придурки, ходите? Вот это ты, вот этот тарзан недоделанный, двойник Глушко тоже нашелся. И, блин, вот этот его, как он его? Сатана этот, или какой с ним там ходит? Бес все время этот ходит. Но есть один человек, который мне пишет ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, который пишет мне письма, телеграммы, звонит в Скайпе, Мурат Капуэро! Муратик, Муратище, если ты действительно любишь так, как пишешь, молю тебя, не звони, не пиши мне так много, а? Кстати, ты не знаешь, Мурат, чем закончилась та история с фотографией? Ты же не знаешь, что написала желтая пресса? А они, между прочим, за вот эту вот фотографию нам написали, что мы с тобой два боевых певучих барабанящих пидаса. И говорят, что барабаним мы не по барабанам, а по друг другу. Спасибо тебе. А вы вот эта вот троица великолепная, блин. Три, сука, футбольных форвара, блин, нашлись, а? Вы там бегаете, яйца себе не подморозили? Ты, я говорю тебе, как ты, Климакс, Примус, и ты, Аркаша. Да-да, ты, Аркаша, лысый, тебе говорю. И вот этот вот футболер еще, испанский, Рональдиньо недоделанный. Один алкаш, один пластинки крутит. А третий вообще не пойми, чем занимается. И же слово ему даже такое на него придумали, чтобы его плохим словом не дразнить, Липен называть. Да если я кого-нибудь в Москве Липеном назову... Эй, Липен! Да! А этот где? Миллионер ваш кубанский, что-то не вижу. Который одно Мерседесы и шашлыки выкладывает. Галустян, где ты прячешься, а? Ты долго будешь в Инстаграм писюнами мериться? У меня вот, допустим, телефон. Как 6 твоих Мерседесов стоит. Так это только корпус, а внутренности? Я ж не понтуюсь. Не понтуюсь. Но, а на самом деле... Вы все молодцы. Вы, каждый из вас, добились
чего-то сами, показали, кто вы есть. И все в этом зале и в вашем городе вас знают. Знают как людей, которые дарят людям радость и веселье. А закончить все-таки бы мне хотелось следующими словами, словами великого актера. Блять.